Никому не нужный блог. Ха-ха, что у нас сегодня? Муравьиная ферма. Инструкция по уходу за муравьями. 2 корма. 4 пакетика с камнями. Стружка и сушеная трава. 2 пакетика с пляжной галькой. Желтый и серый песочек. Автопоилка. Сомнительные странные штучки. Сама ферма. И, конечно же, муравьи. Господи Иисусе. Просто огонь. Сделаем так. Я разыграю эту ферму среди вас. Вы сможете понаблюдать за целым миром, это действительно очень интересно. И для того, чтобы получить вот эту замечательную ферму, вам нужно всего лишь подписаться на канал и оставить комментарий, почему именно вам нужна эта ферма. Пусть победит самый достойный. Это был розыгрыш, а теперь посмотрим на белую циклораму. Белая циклорама, а значит сегодня снимаем в студии стулья. Зачем снимать стулья, когда можно их не снимать, спросите меня вы, и я вам скажу. Я не знаю. Это нужно вот этим ребятам. Вы готовы? Ребята, других нету красных пятен, это чёрные. А мне? Так. Это шедевр. А потом? Да, в кадре. Мы предположим, она посидится, ну, не для этого образа, допустим, для образа подростка. Эргономичность коллекции Марка позволит выбрать наиболее... Палка перегораживает реальность от... нереальности. Ну, тогда мне туда. Короче, досняли стулья. Пипец, залетаю на барскую фотографию.